Знаменательные события, ключевые моменты, острые цитаты. Все это собрали в честь главы государства Нурсултана Назарбаева в Бастандыкском районе. Как прошли здесь мероприятия в честь 1 декабря, расскажет Ажару Оразбай. Праздник здесь начался с экскурсии по фонду первого президента. После познавательного путешествия по залам, вниманию гостей, был представлен документальный фильм о президенте «Сила лидера». Объявить независимость, завоевать независимость, не одно и то же сохранить его. То есть сохранить независимость, укрепить страну не менее важное. С поздравительной речью выступил аким Бустандыкского района Беккали Тургаев. Казахстан за 24 года независимости прошел трудный, но славный путь становления государственности и единения нашего как нации. Благодаря взвешенной и дальновидной политике первого президента, лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, независимый Казахстан занял передовые позиции среди стран СНГ и получил признание на международной арене. Проводимой политикой глава государства обеспечил создание правового и социально-экономического условия для гармоничного и всестороннего развития граждан. В целом, день первого президента в Бустандыкском районе отметили без официальных докладов. Вместо этого на сцене звучали знаменитые цитаты Нурсултана Назарбаева, его любимые песни, выступили танцевальные коллективы. В мероприятии приняли участие специалисты района, руководители высших и среднеспециальных учебных заведений, директора общеобразовательных школ, представители молодежных и партийных организаций. Я хочу поздравить всех с очень нужным, очень важным днем, это днем первого, самого первого президента нашего государства Нурсултана Абишевича Назарбаева. Поистине лидер нации внес огромнейший вклад, и люди, которые живут не только здесь, независимо от национальности и вероисповедания, они живут в одной большой дружной семье. Ажар Оразбай, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы.